А накануне особо отличившиеся коммунальщики получили заслуженные награды из рук первых лиц округа. Торжественное чествование прошло в ДК тысячелетия города. Слесари, водители, инженеры, сотрудники бухгалтерии – все, от кого зависит коммунальный комфорт в городе и в домах, были отмечены грамотами и благодарностями. Всего же в сфере ЖКХ Мурома трудится более 2500 специалистов. Мне приятно отметить, что две мурманские организации, организация, занимающаяся вывозом мусора, под руководством Шукуровой Нины Ивановны и управляющая компания «Территория» под руководством Мажоровой Инессы Сергеевны, признаны лучшими в области в сфере ЖКХ по своим направлениям. Это, конечно, о многом говорит, и мне приятно, что сегодня между работниками, между руководителями сферы ЖКХ есть такая здоровая, хорошая конкуренция, и они хотят, чтобы каждая организация была лучше и доказать своим коллегам и мне, что они чего-то стоят. И мне нравится, что у них многое получается, поэтому будем дальше работать, помогать им, а наш город делать краше, благоустроеннее и так, чтобы он нравился жителям города и гостям.